Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова посетила Люберцы. Рабочий визит состоялся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Совместно с сотрудниками администрации городского округа она рассмотрела жалобы и обращения, поступающие в ЦУР. Подробности в сюжете моих коллег. Знакомство Инны Федотовой с люберцами началось в муниципальном ЦУРе. Проблемы городского округа представлены здесь как на ладони. С помощью новой системы можно не только узнать, на что жалуются люди, но и дать оценку работе органов местной власти. У меня каждый сотрудник определен и закреплен за определенной категорией. То есть яма во дворах, у меня есть человек. Мусор, у меня есть человек. Контейнерная площадка, у меня есть человек. Отправляет по отработке это специалисту, и специалист закрывает жалобу в ЦУР. Однако бывают случаи, когда жители обращаются повторно, и жалоба не закрывается. Чтобы понять причину таких ситуаций, участники встречи детально рассмотрели некоторые сообщения. Сначала проследили историю переписок, а потом выехали на места. Проблемные точки, которые посетила делегация, коснулись благоустройства территории и состояния дорог. Во время объезда я обратила внимание, что работы, которые заявляли жители, они действительно исполнены. Необходимо готовить качественные ответы, разъяснять жителям, в какие сроки, и эти сроки исполнять. Есть что проанализировать, сделать выводы определенные. Я думаю, что это поможет нам в дальнейшей работе. Подобная инспекция проходит в Люберцах не впервые. Ежемесячные визиты министра в городские округа и знакомство с проблемами жителей – поручение губернатора Московской области. Правило работать на местах глава региона ввел в начале лета. Главная цель – устранить красные зоны в каждом муниципалитете. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.